Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим вот такой красивый салат с корейской морковью и куриной грудкой. Получается такой салат очень вкусный, пикантный, оригинальный, красивый. Подойдет прекрасно на праздник или просто на каждый день. Для салата мы будем использовать морковь по-корейски. Для этого 250 грамм моркови натираем на терке для корейской моркови. Приготовить ее очень легко и быстро, если у вас есть все нужные специи. У меня уже смесь готовых специй для корейской моркови, я покупаю готовые. Сюда входит паприка, красный и черный перец, кориандр. Очень удобно. Добавляю соль, 1 чайную ложечку сахара, 2 чайные ложки специй, такие с горочкой. Все перемешаю. Мять не надо, так вот слегка перемешать. Выдавливаем 1 зубчик чеснока. Сюда же добавляю 3 столовые ложечки растительного масла и буквально пол чайной ложечки 5% уксуса. Еще раз все перемешаем и отставим в сторонку. Пусть наша морковка хорошо промаринуется, а мы пока займемся подготовкой других ингредиентов. Куриную грудку я отвариваю в течение 15-20 минут. Когда вода закипает, снимаю пенку, добавляю соль, перец горошком и лавровый лист. 250 грамм куриной грудки мелко нарезаем. Куриную грудку немножко посолю, поперчу и добавлю майонез. Хорошо перемешаем. 60 грамм твердого сыра натираем на мелкой терке. 70 грамм грецких орехов мелко порубим ножом. В сыр добавлю орехи. Немножко посолю, поперчу. Выдавлю буквально пол зубчика чеснока. И смешаю с майонезом. 4 яйца натираем на средней терке. Собирать салат я буду слоями в разъемном кольце. Я его установила на диаметр 17 сантиметров. Первым слоем выкладываю куриную грудку, промазанную майонезом. Все аккуратно разравниваю и утрамбовываю. Корейская морковь хорошо промариновалась. Визуально делим ее на две части. Одну половину выкладываем вторым слоем. Промазываем майонезом. Третьим слоем выкладываем натертый твердый сыр с грецкими орехами. Четвертым слоем выкладываем натертые яйца. Яйца немного подсолим и сделаем сеточку из майонеза. И последним слоем выложим оставшуюся корейскую морковь. Последний слой мы промазывать ничем не будем и в таком виде убираем салат в холодильник хотя бы на пару-тройку часов. Салат с морковью по-корейски готов. Получается он очень вкусный, пикантный. Украшаем его по желанию. Можно его оставить так. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.